Русская готовая работа очень малочисленная. Сегодня в породе осталось порядка 60-70 маток. Из них большая часть территории осталась сосредоточена как раз на сторожевом заводе Бизанской области. Это Ира Геннадьевна, хозяйство на этом году начало большой юбилей. Тем временем на экране у нас появились оценки тоналистов. Экран расположен в торце здания. Ну что у вас тут? А что вы делаете? Общая оценка, состоящая из суммы индекса 24 суммы, составила 28 дней. Еда какая есть. Ай, ты господи, чудо-лошадь, бегать не хочу, все интересно. Ты молодец какой, молодец. Намазано там, бутерброд какой-то, с колбасой явно. Бегать еще. Малыш, да, ты теперь ко мне пришел? Ко мне пришел. Такой вообще ручной конь. Благодарим сенатора Стар. Сегодня его день, поскольку это лошадь